Всем привет, с вами Танами, и я продолжаю играть в игру Гномы. После очень большого перерыва я все-таки заставила себя. Ну, не то чтобы заставила, ну, в общем, руки дошли до того, чтобы продолжить записывать какие-нибудь игры. И вот, в общем, сейчас у нас в планах отправиться на разведку. Ого, сколько еды. А с кем мы пойдем? Мы, наверное, мужчин возьмем. Давайте. Так. Рики. Что-то непонятное. Ты занята. Так, вот этого... Ой, значит, вот этот не в состоянии. Давайте-ка вот этого... Давайте четверых. Так, тут у нас делают пещеры. Значит, нам нужно будет прокопаться. Виснем. Прокопаться вниз. И куда-то мы доберемся. Вперед. Значит, ускоряем время. Ну, вот наши ребятки. По крайней мере, один из них. Драго. Ага. Давай, работай. О, какой-то камушек нашли. Значит, мы им отменим рабочее время. Что-то не отменяется. Ну. Что-то мы подвисаем. Блин. Ну, не хочет отменяться. Собственно, непонятно. Вот. У вас тут только... А, все четверо. Вот. Плохо что-то у меня игра подвисает. По какой причине, я не знаю, к сожалению. Ну, вперед. Сюда копать. Ребятушки. Они надумались пещеру делать. Вот пусть другие делают, а вы мне нужны совсем по другому делу. Я, в принципе, когда говорила, что я не буду больше записывать, я для себя проходила игру дальше, поэтому я немножечко знаю, что будет дальше, так сказать. Вот. Разбейте бочки. Так, все-таки мы одну женщину взяли с собой. Книжечку кто-нибудь прочитает. Сюда. И эту бочку разбейте. Так, хорошо. Читайте кто-нибудь книжку. Значит, спускаемся вниз. Вот вечно я забываю таймер включать. А зачем? Подумаешь. Это же я. Че, это вы все в одной куче, что ли? А, ну да. Пойдем. Так вот, так как я проходила дальше игру для себя, я знаю, что нам потребуется... Не меньше
трех гномов. Ну, я для подстраховки, так сказать, взяла четвертого с собой. Ну, чтобы наверняка. Так, тут бочка. Разбили. Вот, книжечку прочитайте. Кто-нибудь. Так, хорошо, пошли дальше. Так. Чувствую, скоро мы куда-то придем. И в прошлый раз я совершила, так сказать, ошибку. Надо было сначала развить свое поселение гномов, а потом уже спускаться вниз и проходить через ворота. Ну, я поспешила, так сказать, собственно. Мы подвисаем с легонца. Стой! Кто идет? Мы. Непоседы. А, всего лишь толпа непосед. Проваливайте! Че это? Че это? Нарываешься на неприятности? Вот-вот. Непоседы и драка. Ой! Умираю от смеха. Нет, я отказываюсь понимать, почему Один выбрал вас. Потому что мы лучшие из лучших среди лучших. Вот именно. Лучшие? Так, есть чайку? Только один достойный клан. И это мы. Клан ударников, мастеров кирки и кудесников лопаты. Ну-ну. Мы всегда вместе, даже если дракон... Дракон? Уай! Какой дракон? Огромное и невероятно опасное чудовище. Угу. Легенда гласит, что он живет в пещере, пол которой устлан косточками наших братьев. Ну, конечно. Он изрыгает пламя, когда кто-то пытается подобраться к кораблю. Подземный корабль? Ух ты! Вы мне не верите? Ну, я предупреждал. Разбудив его, вы позовете свою смерть. Угу. Ладно, гномы, уходите. Все настроение испортили. Вот так вот нам этот вот, так сказать, охранник сообщил, что где-то под землей есть дракон, которого мы отправимся искать. Так, давайте, ребята. Собственно, сейчас мы его и будем искать, этого дракона. Так, давайте-ка сюда проберемся. Тут должна быть одна маленькая головоломка. Вот. Ну, пошли дальше. Сюда. О, хомяки висят. Так. Сюда. На скакунах. О, рюкзачки. У нас есть свои рюкзачки. Дальше. Пойдемте дальше. У нас времени нет совсем. Что там? Настроение плохое? Ну ладно. Так, а вот. Вот-вот. У меня небольшие подвисания.
А вот и та самая головоломка. Собственно, у нас есть вот такая вот вагонетка. И можно сделать так, чтобы она как бы разбилась, и мы получим огромную кучу угля. А вот как это сделать, я, к сожалению, не помню. Но это можно посмотреть. Для того у нас есть интернет. И я сейчас вернусь. В общем, сейчас будем пробовать. Значит, у нас есть вот такая вот вагонеточка. Сейчас мы должны ее выделить, так сказать. Давай. Чтобы нам открылось меню этой самой вагонетки. Вот. И что мы сейчас делаем? Делаем вот так вот. Первый, второй, третий. Так. Значит, жмем. Жмем. Вот этот. Да жмем же этот рычаг. А вот. Все. Жмем рычаг. Нажали рычаг. И ждем, пока эта самая вагонетка проедет определенные, так сказать, указатели. То есть нам нужно, чтобы эта вагонетка проехала второй указатель и третий. И потом мы будем эти переключатели, так сказать, переключать. Значит, смотрим внимательно. Так. Ой-ой-ой, вот заем. Так. Опять подвис. Да что ж такое сегодня? Второй проехали. Оба. Теперь третий. Третий. А если будете слышать посторонние звуки, не обращайте внимания. Значит, так, третий. Мы еще не проехали. Возможно, я что-то не так делаю. Так, вот, третий проехали. Жмем. Теперь проезжаем четвертый. Четвертый. Где четвертый? Так, мы должны проехать четвертый еще указатель и потом только нажать вот этот вот четвертый. Четвертое веко. Так. Вот, собственно, вторая. Мне кажется, что я не то делаю. Сейчас посмотрим. Может, вот сейчас надо было вторую нажимать. Ой. Но нет, мы должны еще четвертый проехать. Вот.
что я определенно не то делаю. Так, вот, кстати, четвертый. Ну и давай же. Так, ждем, 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 пока это случится. По-моему, что-то не так сделала. Я молчу, потому что я сосредоточена на этой вагонетке. Ай. Да и время уже вышло. Давай уже, врезайся. Она должна врезаться, там будет конец пути. И врезаться. И выбросить нам вот этот весь уголь. Ну-ка, давай уже. Да, полсерии смотрим за тем, как вагонетка ездит. Так. Второй проехали. Ой, как это все долго. Давай, давай, давай быстрей. Но я когда вот у меня не прошлый раз, когда я для себя проходила, и у меня не первый раз, не с первого раза получилось, а со второго, так сказать. Так. Давай. Так, мы по кругу ездим. Давайте еще раз. Значит, первый, второй, третий. Третий, я сказала. Тихо. Так, первый, второй, третий. Или я что-то не понимаю. Или она по кругу ездит. Да. Скорее всего... Давай, переключи. Скорее всего, так и есть. Значит, так. Ну давай же. Ай-я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 й. Итак, поехали сначала. Ой, блин. Второй.
Значит, пока рано переключаться. Тогда глупость сделала. А, висим. 5-1. Четвертый сразу включим на красный. Вот. Так. Значит, третий мы сейчас проехали. Так. Сейчас проезжаем второй. Вернее, будем сейчас проезжать второй. И нажмем выключатель второй веки. То есть, когда оно вот сюда вот заедет. Угу, вот оно пошло. Сейчас. Давай, заезжай, заезжай. Ой. Так. Все, давай быстрее. Нам уже серию заканчивать нужно. Она уже идет, наверное, полчаса. А ты все никак не доедешь. Ой. Да, я думала, у меня сразу получится. Вот, 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 вот. Все, по-моему, мы правильно едем. Хотя я не уверена теперь. Так, сюда мы еще не ездили. Давай уже. Так. Она не тут, не вот тут вот должна была врезаться. Она врежется совсем в другом месте. Должна, по крайней мере. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Что-то у нас совсем не получается. Что-то она как-то по второму кругу пошла. Да, теперь она будет ездить по кругу. Ну что ж, я, пожалуй, прерву запись и начну сначала этот эксперимент. А этот неудачный я вырежу. Итак, начинаем сначала.
Да. Фух. И мы это сделали. Собственно, теперь я хочу сказать... Что я хочу сказать? Спасибо всем за просмотр. Это была очень длинная серия. Некоторые моменты придется ускорить. Ну, это ничего страшного. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. С вами была Танами. Всем пока.